Продолжаем изучать Java, и в этом видео мы попрактикуемся и решим задачку, которую тоже дают многим начинающим программистам. Итак, у нас есть число. Так, где же оно? Int number, назовем его, да? Равно 1, 2, 3, 4, 5, 6. И нам надо сделать некоторый метод, который вернет его в обратном порядке. То есть 6, 5, 4, 3, 2, 1. То есть то число, которое было последним, должно стать первым. Ну и наоборот. Итак, давайте сделаем метод. Назовем его reverse. И передадим в него number. Итак, как сделать метод, да, мы его объявим, вернее, тут мы его вызываем, но его у нас нет, поэтому жмем сочетание клавиш Alt-Enter, и вот тут из списка, да, мы можем выбрать Create метод. Сделали. Итак, у нас private, static, смотрите, void, но он у нас будет возвращать число, поэтому сделаем тут int. И, собственно, давайте будем писать метод. Итак, давайте, чтобы нам вот эта ошибка не мозолила глаза, для начала напишем return, допустим, 6 какие-то, да, неважно какие. А, ну и давайте нам вот этот метод вернет число, да, и выведем его на экран. То есть system.out.println и поместим его внутрь. То есть видим, вот этот метод вернем нам число, а с помощью этой записи мы выведем его на экран. Итак, смотрите, мы передаем в этот метод число. Вот тут мы его получаем. Далее, что нам надо сделать? Итак, видим, да, у нас последняя цифра становится первой. То есть нам надо получить вот эту вот последнюю цифру, шестерку. Как мы ее можем получить? Давайте для этого введем переменную int new number, то есть новое наше число, и по умолчанию приравняем его к нулю. И теперь, как мы будем получать вот эту шестерочку? Для этого, что мы сделаем? Мы new number, что мы сделаем? Мы вот этот number сделаем операцию остаток от деления на 10. То есть, если вот это число поделить на 10, то, естественно, в остатке будет 6. И у нас сейчас, если мы запустим программу, выведется 6. Ага, естественно, 6 выведется, потому что у нас вот тут return 6. Нам надо вернуть вот этот new number. Запустим. И видим, да, получается 6. Итак, шестерку мы получили. Теперь нам надо получить вот эту пятерку. Чтобы нам получить вот эту пятерку, нам ее, в принципе, надо получить аналогичным образом. Только нам теперь надо взять число не 1, 2, 3, 4, 5, 6, а 1, 2, 3, 4, 5. То есть нам от вот этого лишнего разряда надо избавиться. Как от него избавиться? Очень просто. Это надо наш number. Number разделить на 10. Так как у нас это int, целое число, да, то у нас поделится, у нас будет не вот такое, но число 12345,6. А так как у нас это число, которое int, оно не сохраняет остатки, будет просто вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. И опять же, потом надо от вот этого number, то есть выполнить деление на 10 и вернуться опять сюда и от него опять же снять остаток. То есть мы отсюда переходим сюда. То есть вы сразу понимаете, это какой-то цикл. Давайте поэтому и пишем ключевое слово while. While. И вот эти операции помещаем в цикл.
И теперь смотрите, while этот цикл действует до каких-то определенных пор. До каких пор он будет действовать? А будет он у нас действовать до тех пор, пока number не станет нулем, вот это число. То есть мы будем отнимать сначала шестерку, пятерку, четверку, тройку и так далее. До тех пор, пока это число не станет нулем. То есть пишем number не равно нулю. Так, смотрите, сейчас можем запустить, проверить, что будет. А будет у нас 1. Почему будет? Потому что мы каждый раз записываем последнее число в new number, потом делим наше старое число на 10, и все это происходит до тех пор, пока мы не доберемся до единицы. А так как нам надо сделать полный реверс числа, то к вот этой операции number надо еще прибавить new number умноженное на 10. То есть, когда мы получим шестерку и пойдем на вторую итерацию цикла, мы эту шестерку умножим на 10, и это будет уже не 6, а 60. Давайте запустим. И видим, у нас получилось число 6, 5, 4, 3, 2, 1. Если вам так непонятно, давайте сделаем следующее. Чтобы на каждой итерации у нас выводилось на экран new number. И запустим в debug режиме, да? Так, где наша консоль? И сейчас так. Step. Угу. Смотрите, вот наш number равен 1, 2, 3, 4, 5, 6, new number 0. Переходим дальше и видим new number равен 6, number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это до того, как мы поделили на 10. Переходим дальше и видим number уже равен 1, 2, 3, 4, 5. Вот, вывелось на экран 6. Далее. Number уже равен 65, потому что мы, у нас new number было 6, мы умножили его вот здесь на 10, стало 60, и прибавили 5, которое получилось в результате остатка отделения вот этого 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 на 10. И видим, да, как у нас формируется число 6, 65, 654. И в number осталось 1, 2, 3. То есть 6, 5, 4 мы уже переписали, осталось переписать 1, 2, 3. То есть, если мы вот так проклацаем, то можем отследить весь путь выполнения программы. Вот так у нас формировалось реверсированное число 6, 65, 654, 65, 43, 654, 32. И вот оно вывелось полностью. И вывелось полностью еще раз. Вот такой вот. Вот такая вот задачка, ее часто дают для начинающих, для того, чтобы размять мозг. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.